Всем привет, это Кристина Смирнова, и это новый выпуск видеоблога «Я не я». Сегодня я работаю на свежем воздухе в центре внимания, потому что сегодня я сотрудник ГИБДД. А это спецзадание, я правильно поняла? Или как это называется? Спецмероприятие. Вот, да. Это, я вижу, не сразу врубаешься. Далеко пойдешь. Прошло 5 минут, как я стажер, и у нас уже специальное мероприятие. Я пока не понимаю, что происходит. Все в касках, нарядились. Я просто слежу за обстановкой. Наша задача выявить пешехода, который перебегает дорогу в неположенном месте, провести с ним профилактическую беседу. И если он злостный нарушитель, привлечь его к ответственности. Люди видят, что мы здесь стоим, и они будут проходить проезжую часть по пешеходным переходам. Мы как профилактика, профилактируем. Отпугнем всех. Отпугнем, да. Здравствуйте. А вы же сейчас только что перешли дорогу в неположенном месте. Нет, подождите, я сегодня стажер ГИБДД, и я обязана провести с вами профилактическую беседу. Не торопимся на маршрут. Я в жизни видишь, и тоже нарушил вот так вот, он чуть на вас не манит. А я пытался. Вот как с ними разговаривать? Говорят, мы любим нарушать. Здравствуйте. Я сегодня стажер ГИБДД. Почему вы нарушаете правила? Переходите в неположенном месте. Вы нарушили правила дорожного движения, перешли дорогу в неустановленном месте. За данное правонарушение предусмотрена ответственность административная. Расстрел через повешенные списки на втором этаже. Все ясно. Давай, пиши мне, командир. Не нервничай, не спокойно. Да я спокоен, как скала. Здравствуйте. Нарушайте правила дорожного движения. Переходите. Понятно, что ваша. Только не надо под нее кидаться. Если она ваша, не надо под нее кидаться, создавать аварийную ситуацию. Вы переходите не в положенном месте я дорогу. Я нарушил, у меня авто тут 14 идет, сейчас я иначе на другом не попаду я. Да вы же знаете, что здесь нельзя переходить. Нарушил я. Больше не будете нарушать? Нет, конечно. Я надеюсь. Более, переходите в положенном месте. Ясно. Спасибо. Спасибо. А вы что, ГИБДД работаете? Нельзя переходить. Извините. Вернитесь, пожалуйста. Почему переходите в неположенном месте, нарушаете правила дорожного движения, создаете аварийную ситуацию? Посмотрела переход. Нет, а его здесь нет перехода. Почему вы нарушили правила дорожного движения? Почему перешли? А по глупости? Я могу представиться стажер ДПС, да? Так. В моем присутствии можете, да? Да, давайте. Здравствуйте. Стажер ДПС Кристина Смирнова. У вас не включены фары. Здравствуйте. Дорожная патрульная служба, капитан полиции Кулков. Вообще-то у меня не фары, у меня... Противотуманные фары? Нет. Дневные ходовые огни? Да. Давайте выходите, будем смотреть, разбираться. Вот сейчас горят. Это противотуманные. Да? А это ходовые. А ходовые огни не горят. Если ходовое огонь не горит, тогда включите противотуманные фары. Вы можете двигаться. Печальная история. Я не знаю точно, помогаю ли я поддерживать порядок на дорогах, но, по крайней мере, все на меня смотрят и улыбаются. А значит, как минимум, у людей хорошее настроение. Тебе не смешно? Нет. Первый нарушитель. Выписываем штраф. Без этого никак. Просят нарушителя не снимать. Почему-то просто остановился водитель. Испугался? Конечно, нарушил. Нет, ничего не нарушил. Правда? Специально а можно здесь будет машину оставить? Нет, машину здесь не оставить. Там же на сторонке куда? Да. Зря испугался. Все в порядке. Но мне показалось подозрительным то, что он постоянно нас пытается отвлечь. Я думала, что мы сейчас у него что-то найдем, но нет.